День. Сегодня у нас 7 ноября, офис Воронежа. И к нам пришла участница 94-го года. Пожалуйста, представьтесь. Евгения Анохина. Очень приятно, Евгения. Вы сдаете билетики 94-го года, да? Да. Сколько у вас их? 10 тысяч. 10 тысяч. А вы сами участвовали или кто? Нет, родственники. Родственники участвовали, да? А скажите, как вы узнали о том, что Сергей Пантелеич выкупает эти билеты? То есть по какой рекламе? Родственники. Кто-то уже сдавал или просто сдавали, сказали, хорошо. Скажите, мы вам примем билеты, начислим вам 1500 рублей в личный кабинет, сможете вывести их на карту себе, на банковскую. Хочу спросить, вы планируете разобраться и участвовать в современной системе ММА? Да, конечно. Отлично. Готовы вам помочь, обращайтесь, будем рады. Как вы относитесь к тому, что Сергей Мавроди выкупает эти акции? Положительно, конечно. Хотите сказать, может быть, пару слов благодарности? Наверное, да. Спасибо, что такой приятный сюрприз спустя столько лет. Отлично. Ну, всего доброго. До свидания. До свидания.